твоего бабушку, дедушку. А тебя мы отправим по хлебушкам. Ты за хлебушком пойдешь, принесешь немножко молочка, снимешь свои два очка, положишь их на стол, обменяешь или, может быть, на пол. Это как будто бы игры престол, престолов, престол. Прекрати отсюда, а постол. Да. Запада на восток. Мы по классике сегодня оделись, мы по классике сегодня засчитали, мы в теле, мы по классике только катаемся на тачках, мы по классике сегодня решаем задачи, по классике чисто читаем и рэпчик, по классике чисто мы становимся крепче, по классике мы на самом деле, по классике делаем все, что хотели, йоу, а этот хел тоже классический, он орет обо всем, ну, истерически, говорит, как не надо делать, как делать сам, я говорю, по классике я все раздам. Скушал я так немножко травяной курицы, скушал травяной курицы, потому что я веган. Но из тебя я быстрее бегал, выше прыгал. Ты сюда приехал, ты маленький, как Стивен Сигал, или может быть большой, как будто Халк. Но ты вообще в натуре такой нахал, фиолетовый футболки стильный. Дай-ка я тебя сфотаю на свой мобильный, покажу всем своим друзьям твою фотку. Скажу, смотрите, ребята, какой парень четкий, он почти перечитал меня на Бентли. Вы, наверное, никто этого не заметил, потому что было на нем много клея. Да, я его приметил. Ты приметил, что же надо. Я знаю, классика — это твоя лада, и моя лада тоже такая. Но классика, лада — это мощная сила, йоу. Я не знаю, одеться так для приколу, хотя раньше по-другому ходил я в школу. А ты в школу, я ходил в такой же футболке. Наверное, тебе говорили комплименты колки. Так надо было, ты такой сильный чувак. Классика — это жизнь спанки, так. Еще держишь гирю, ты, наверное, делаешь класс такой пошире, йоу. Еще по классике мы поем Бетховена, Бетховена такого, Бетховена. Я его тоже люблю слушать на пластинках. Классика, эта штука, как картина. Кажется, за другие пластинки ты носил только розовые лосинки. Все, это нечестно будет, бро. Итак, 3, 2, 1. Ну, один после пробки проходит. Ну, это, конечно, либо на все проходит.